такой повод появился, вот такой центр в нашем университете, который, я очень надеюсь, что во всяком случае будет находить людей, молодых в возрасте, и специалистов, и не специалистов в направлении качества наших городов, районов, наших населенных пунктов, сельских муниципальных образований. Возможно, конкретных проектов и станет вот таким центром, где можно встретиться, пообщаться и обсудить те направления развития нашей республики, о которых мы всегда много говорим, но без обсуждений никогда не появляется лучшего результата. А детей заканчивая бабушкой и дедушкой, им пришли к выводу, что папа дает немножко семьи. Но это вот предел того, что разные площадки, разные задачи ставились, но я говорю, все варьируется. Творческая работа. То есть на четвертом этаже идет учебный процесс, а здесь вечером и, может быть, круглые сутки, ну, условно говоря, может вестись творческий процесс